Последовать правильному завету Леннона Джона, Джон Леннон, который однажды сказал: вы сегодня здесь правильно сегодня собрались. Вы знаете, в Кремле любимая песня какая, знаете? Они сидят у Кремля и поют: так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А мы сыграем песню, которую, может быть, будет слышно через тот забор. Она называется «Пойдемте вместе, парни». Шутка. Пиво или кофе? Jesus Christ.